Витископ. Я уверен абсолютно, что если бы государство реально уделяло внимание спорту, который брошен сегодня государством, ну, тотально брошен. Мало вообще кто понимает, как устроена система и финансирования, и популяризации спорта. Должна. Она, вот если говорить Украину и страны, там, где государственная система образования, она должна стоять на бюджете. Это прописано в законе, это прописано, это вытекает вообще из всех существующих систем распределения средств государства. Ни на чем другом, кроме как на бюджете, детские спортивные школы стоять не могут. Ну, просто потому что образование все, в том числе и внешкольное, оно государственное. То, что не государственное, частное, это очень узкий сегмент. А то, что должно быть, существовать на, вот, допустим, общественные какие-то, то, что должно существовать на деньги пожертвований меценатов, спонсоров, украинское законодательство, ну, в принципе, это не поощряет, по факту. То есть есть какие-то декларативные вещи, которые по факту не поощряют трату спонсорских меценатских денег. Витископ. Спортивное видео.